ютубери. До нас сыграло. Ну, если ни с кем не придется говорить. До нас сыграло Black Ops 3. Его Black Ops 3, мислим да есть. Станция на той стороне. Ой, се зове Хендрик. Юзе, что прича мене сербский язык. Не теряем голову. До тех пор, пока мы не начнем захват. И каже он мене, чему некога захватит. Я с тобой. И эво нас сада играмо овай. Играмо овай Call of Duty Black Ops 3-ку. И сад трчимо доле. Овай, я волим русскую версию, пошто не волим английскую, я сам рус. И овай сад, эво мене. Сад смо заклали, Хендрик је заклал еног чику. И ми сад овде контролишемо ове. Видите? Хендрик ће полако. Šta? Kako bugovi igrici? Ja se zinjam igrači. Moj računar možda podrži na najvećoj rezoluciji mogućoj ovu igricu, ali imam jedan veliki problem što mi je samo RAM memorija nedovoljna. Imam samo 4 GB. Nije baš da vi kažete samo, nego da danas pokrenete ove nove savremene moderne igrice, preporučeno vam je najmanje 6 GB RAM-a. A Call of Duty čak Ghost koji je izašao pre 2 godine tražio 6 GB RAM-a pa su neki uspjeli da pečuju tu igricu. Ali šta se danas dešava? Posle 2 godine ove igrice nisu toliko optimizovane. Ali opet mogu lepo da rade 4 GB RAM-a na najnižim podešavanjima. Dobro, rezolucija na najvećoj, odnosno rezolucija mojih. E sad, evo mene ovdje čekam ja njega. Nemo šta će on čikad uraditi, šta će on sad piđu, vidite mi. Ja imam pištolj. Vidi kakva lijepa stolica iz budućnosti. Ljudi, kao da igram Alien City mod za GTA San Andreas. Ukoliko želite da igram taj mod na ovom kanalu, napišite u komentaru. Ukoliko samo bude 10 komentara koji potvrđuju da želite, bit ćemo sa tim gameplayem. Ajde, imamo što te traži. I evo sad mi vršimo kontrolu nad kamerama. Taylor, skanirujem lica. Ждем окончательных результатов. Еще заложники. Я-то думал, тут только министр. Я тоже. Бедные сукины дети. Нильцы известны своей жестокостью. Тейлор, ты знал про других заключенных? Чути, ова исследование ЦИЕ, кое се врши. Ова исто као... Глянь ту передачу. Что FBI бучи у GTA 5? Мы здесь, чтобы их пытали? У нас свои задачи. О, сет приботал камеры. Ничего. Нечу так глянем, плашимся, нечу. Плашимся, а Ция. Вот министр. Ция, что ты радишь, Ция Снайка? Ау-ю-ю. Радня в игрице се дешала. Тучости много далеко. Нам нужно узнать, куда его переводят. I moraš znat kuda te prevodi. Evo sad mi gledamo, posmatramo video kamere i želimo da ubijemo ove ludake, samo moramo da pritisnemo ove opcije. Jest! Oho, buš. Jest savpadenje! Dvižemse v ukrytije. Vrijeme? Dve minute. Dve minute. Šta, samo dve minute ima da živim, a? Tvoju mать, ну ты и зануда. Ты прям глаз опыта и мудрости. Какой поверь, мать, так и есть. Айде, Хендрик, на сэр. Хендрейко. Еба, ты что ради? Какой вам блюр? Како слепо радли у игрицу? Хайбо, войници, хайте! Српски и руски войници, хайте! Айде, бре! Че си? Ко пуца то? Ко пуца, му пресудим я! Чуде има и гранату? Сверху.
Что его паук ты убил? Ой, мой. Evo mi se sviđa. Ovo mi se sviđa, drugari. Gdje si pošao, majmučino jedna? Šta je sad ovo? Prijamo po kursu, za mnoj. Za mnoj, za mnoj, davaj. Idemo. Otvaramo dveri. Sa C4. O, šta je ovo jebote? Tebi je naблюдатели. Da li smo moć? Magični prste, šta je? Evo ispitivačnice. Дознаватель стоит спиной к двери. Два охранника внутри, расслабленные. По моему сигналу. Нашел самяки. Два. Вперед! Мы вытащим тебя отсюда. Как его освободить, по его? Делай, как я говорю, и все получится. Министр Сейд. Халиль и остальные. Извини, нет времени. Халиль был героем каирского восстания. Он станет очень ценным инструментом для их пропаганды. Из него сделают отличный символ. Черт! Ладно, пошли! Ты. А? Какой рыба радара? Вот, что его? К двери, я прикрою. О, мой боже. Министр. Халиль. Хендрикс. Готов драться, Халиль? Всегда. Мы заберем оружие из того шкафа и перепрограммируем его под тебя. Что сад? Что сад? Ого. Цивиняла. Найбас. Они нас засекли. Валим. Тейлор, цель плюс один. Освобождены. Значит, два раз. И что же вот его Колович. Это лейтенант Зияд Халиль. Слышал про такого? Не тормозите. Разберемся наверху. Или что, подожмись, что они встречать на следующем посту. Приготовиться. Как у тебя, да? E kad imam kompjuter sa minimalno rama, tako mi treba. Ubio sam izdajnika, ubio sam ga. E sad malo boje vidim. To ćeš mi, Beli, to ćeš mi! E, ajde pokaži, pokaži lice svoje da ti ubijem. Ajde. Kako ja hvatam granate svašta? Kak je ovo savremeni pištolj, baš mi se sviđa. Sad će doći. Bistrije, k liftu! Aha, idemo liftom. И нам крышка. Поверь, что ты рек? Откажемся и нам крышка. Сачте меня, друг. Вы мислите, что вы сами, а? Какие свои пушки в будущности застарели, не ясно. Опоздали. Твои уважаемые часы спешат.
О, сынаш. Рад тебя видеть, Джейкоб. И я тебя, Джон. Смотрю, ты изменился. Подопусти, веди зайдем, педеч. Ты еще с Рэйчел? Ну, а прыгни, что твой шопа покварил. Жалко. Свежая кровь? Айде, пусти меня, челан. Как обо мне. Ебло, типа зубы. Это не смешно. Мы успеваем к эвакуации. Заряд готов. Готово, эвакуация через 10. Диас, ты будешь за няньку. Зажжем. Держитесь рядом. Что? 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 Люди! Ага. Точно, Ивент. Как обои добро рокали. Точно, синко. Точно. Точно превишену бомбу. А. Фитил в бук, дака. Сасу некий дрон он пишет. Сбить этот самолет! Целься в ракеты! Что сад? БТРом от нас ничего не будет! Цель из ВСВВП! Та сад. Диас, я на месте. Понял. Хендрикс, Волк встречает нас на другой стороне ангара. Как с оружием, генерал? E sad, društvo moje, idemo ovo za malo da stravimo. Udržitesi, jasno? Te pičkica. Se načuo pičkica. Što je ovako loša grafika jebe? A, ovo su moji. Što je ovo? Прорывайтесь к мосту. Маретти подхватит вас там. Лучше поторопитесь. Ко мне! Ко мне! Точка выхода сразу после моста. Они все равно у нас на хвосте. Мы расставили заряды по всей базе, чтобы прикрыть отступление. Взорвем их, когда перейдем мост. За нами никого. Вроде машины между нами и точкой выхода. О, боже. Пригнитесь! А вот и они! Сейчас рванем! Я двигаю! Ко каже ебика? Там на мосту! Подкрепление! Нам не перейти этот мост, Моретти! Есть план! А, к черту! План бы! Взорвать мост! И все дополнительные точки! Что ты? Основная точка выхода захвачена. Идем к дополнительной. Вас понял. Встречаемся в отеле Танкер. Все спокойно, да? Будут БТР. Вас понял. Подключаемся к электросети здания. А за что не имам радар? Внимание, у нас противник в связной рубке. Вруби свет! Что? Думаешь, мы можем сражаться в темноте? Что-то типа того. Шлю данные на ваш интерфейс. Фак? Напоминаю, у них нет ночного видения.
одному. А не фейл, Ако. Используйте свое преимущество. Отключаю тактические данные. А что сто раз? Что теперь? СВВП окружают нас. Пачу ты зачи. Полегче, не стреляйте, он мой. Что? Я сейчас не знаю, ба. Команда Альфа-2 присоединяется к эвакуации. Просто как попасть. Эвакуация из спутниковой башни. Мы пришлем транспорт и заберем вас. Ты меня ответил, Джон. Ее самого, да. Дополнительный путь прямо впереди. Что ты слушал, мой ебан? Ты слышишь всякое? Это ты себе пальцем заразу в ухо занёс. Эй, а, ты фейл. А не я фейл, не види вижу. Я тоже слышу. Слушайтесь. Охренеть. Балетти. Враг, вижу врага. Роботы-штурмовики идут. Роботы. Нужно открыть эту дверь, быстро. Прикройте нас огнём. Две минуты, пошли. Терминаторы. Нас чисто, можем выбираться. Те другие заключенные, их можно освободить. У нас нет задания спасать их. Задания их спасать может и нет, но они все еще люди. Побери свой. Или ты уже совсем забыл, каково это? Сигурно отряда, босс. Хорошо, план меняется. А. Хендрикс. Твоя команда сопровождает министра к точке выхода из окружения. Мы вернемся и освободим заключенных. Новые роботы. Ах, мы о них позаботимся. Давайте выбирайтесь отсюда. Давайте, быстрее, пошли! Ай ты повестай, брач. Я у руля! Турель твоя! Эх, панте буш. Садя вози. Ахахаха, сад на ебан. Уди! Я не могу си, я в туца. Эй, люди, ова игрица е сигурно радя в лучшости, као Терминатор. Jer ovo су сигурно Терминатор. Ali ovo i roli ću da ja pucam, a ostali giru. A oni isto imaju okopna vozila i oni giru. A ja samo pucam. Šta sad bi? SVBB na podhode! Smeni celi! I to ovaj neće pukne. Tvoju mat! Grjevna karita zaglohla! Держимся! Pa šta sad? Давай, заводись, папа! Ай, ты лича, пизду. Этот кусок говна еще не сдох. Это, бах, брат. Эсад ови беже, кас. Как он забавный. Посылаю координаты места встречи. А верно, движется никак, он не суть, не объекты реально. Да, это что хорошая графика или нет. Вас понял. Ухожу с дороги, вижу выход. Сука, мы движемся слишком быстро. Не, сейчас я виспал, о, люди, боже. А что я сейчас?
Сас Обиспо, эй! Сучива, братча! Капсула заходит на первый круг. Держитесь там внизу. И что это пугило? Капсула отсоединена. Эвакуация не удалась. Дрон заходит на второй круг. Подкрепление видно, что подходит слева! Вы как? Можете двигаться? В порядке. Я в порядке, просто вытащите меня отсюда. Пора сваливать! Лутра! Быстро! Пустите меня, Лутра! Задержи! Я занимаюсь министром! Дрон концентрирует огонь на нескольких целях. Держись, мы почти выбрались! А что, сад? Защит, да? Министр почти в безопасности. Отвлекай этих низких ублюдков. Дрон на позиции. Готов вас подхватить. Чисто. Быстро сюда. Давай. Быстро сюда. Живо, живо, живо. Дрон готов вылетать. Конец его отказа. Дали остальные его без руки, кое-что с собой двигаться. Чё? И я со сигуру гаси, комары, сигур. Держитесь, и сегодня вы не погибнете. 100%. А. Это. Увек остай без руки. А не. Повальте газонить. Ова е готов. Е, толко ми е жал. А био е добар. Па кој будуш? Шта? Спаси су ме. Все будет в порядке. Просто держи. Ти ваде да ќе ичи петалих рука. О боже, боже. Е! Ovo je bila prva misija, drugari. Ako vam se svidjelo, obavezno like, share i subscribe. Inače, neću više digram. Ali, dodajte, ipak, ajde.